По традиции, в День России у памятника труженикам тыла губернатор Омской области дал старт третьему трудовому семестру Омского областного студенческого отряда. Трудовой семестр открывается великий праздник – День России. Это праздник всех тех, кто любит свою родину, изучает ее историю, и тот, кто готов дальше работать для ее будущего. Я думаю, что такие люди именно здесь и собрались. На торжественном построении бойцам вручили путевки на всероссийские объекты, а также должностные лычки командирам, комиссарам и инженерам студенческих отрядов, вступивших в должность в этом году. Руководителям зональных штабов передали флаги Омской области. Кстати, впервые флаг региона получил представитель международного штаба стройки союзного государства Россия и Беларусь. 2017 год для нас опять же знаковый, потому что мы в прошлом году стали лучшим штабом страны, и эту планку надо держать. Есть уже успехи этого года, потому что сезон у нас не заканчивается, и мы просто, эта дата официальный старт, но ребят наши уже давно на работе, порядка 1000 мячей уже по всей стране разъехалось, и каждый день у нас порядка от 20 до 100 человек в день отправляется, поэтому в активном режиме живут все штабы, все командиры, и сегодняшнее мероприятие – это большой праздник, который, ну, по сути, отдает официальный старт мероприятию. Торжественная церемония завершилась возложением цветов к памятнику героям труда, а студенческие отряды с уверенностью и оптимизмом отправились в очередное трудовое лето.